Всем привет, с вами Артур, и сегодня у меня в ремонте Kia Soul. Ремонт капота. Как видите, кто-то уже пытался его ремонтировать, но не очень удачно, не получилось. Хозяин приехал за помощью ко мне. При предыдущем ремонте разошлась вальцовка внутреннего и внешнего металла. Это не очень хорошо. Да ладно. Начинаю ремонт. Первым делом убираю герметик. Теперь разгибаю внешний металл капота. Для того, чтобы завальцевать обратно, подравниваю внутренние усилители. Вернул на место внутренний усилитель и теперь загибаю обратно кромку капота. Чтобы при дальнейшем ремонте она не выскочила, привариваю. Теперь мне придется выровнять зазор между капотом и решеткой. Теперь наступило время работы со споттером.
Работа с железом закончена. Снимаю бампер, капот и отдаю эти две детали на покраску. Итак, с покраски привезли бампер и капот. Устанавливаю их обратно на машину. Ну что, ремонт этого Kia закончился. На этот ремонт ушло 6 дней. 2 дня работа с металлом сборка, 4 дня покраска. А на сегодня у меня все. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!